Бессмертный полк идет по планете. Память тех, кто сражался и работал в тылу во время Великой Отечественной войны, уже почтили в других странах. В нашей стране акция традиционно пройдет 9 мая. По городам Чувашии в этом году бессмертный полк пройдет в 7-й раз. О том, как идет подготовка, рассказала координатор проекта в нашей республике Оксана Очкасова. В этом году бессмертный полк пройдет по Чувашии в 7-й раз. В 2013 году первый был бессмертный полк в Чебоксарах. Народу с каждым годом все больше и больше. Я надеюсь, что в этом году их будет еще больше. Если совокупно по Чувашии считать, то, мне кажется, мы там около, ну, наверное, 70 тысяч точно собираем человек. В Чебоксарах в прошлом году вышло 25 тысяч человек. В этом ожидаем, что будет 30, возможно, и больше. Поэтому присоединяйтесь все, кому дорога память о ваших дедах, прадедах. У нас, в принципе, уже устоялось место. Это Национальная библиотека. В 11 часов начинается сбор колонны. В 12 часов старт. Мы идем по главной улице. Это проспект Ленина, Карла Маркса. Поворачиваем на композиторов Воробьевых. И дальше спускаемся на Красную площадь, присоединяясь к параду.